Сейчас, сейчас. Самый, наверное, может быть, прикольный этап. Да. Ребята, кто-то из вас знает, что такое, как выглядит танец тверк? Знаете? Все знают. Ну, давайте для начала мы посмотрим, как выглядит танец тверк. Игорь, включи нам, как выглядит этот танец, чтобы ребята вспомнили, увидели. У тебя он отдельно там в папке музыка, а я тебе и оставлял его. Со звуком. Ну, я так думаю, ребята, и все вы, наверное, вспомнили, как этот танец выглядит. А? Перед каждым вашим выступлением мы не будем его включать. Вы знаете, ребята, все сюда сядьте, вот сюда все сядьте. Итак, кто из вас пойдет первым? Вот на эту сцену. Так. Кто первый? Иди, раз ты остался без места, иди туда, на сцену. Да, на сцену. Ты же видел, как надо танцевать тверк? Покажи. Я бутылку шампанского уберу, наш приз подальше, чтобы ты его не смел. Не дай бог. Сейчас начнется музыка. Буквально у тебя, Булат, есть 30 секунд. Понял, да? За 30 секунд ты должен показать, как надо танцевать тверк. Или тверк, или как правильно. Так, итак, музыка пошла. Спасибо. Аплодисменты Булату. Это был тверк в исполнении детской республиканской клинической больницы. У них там, видимо, танцует тверк. Так, следующий у нас Ислам. Посмотрим, что нам покажет северная столица. Музыка. Спасибо. Мы увидели, мы не поедем в Питер. Хорошо. Аплодисменты Исламу еще раз. Молодец. Итак, что же нам покажет четвертая больница? Тимур, за тобой вся больница, представляешь? Снимай, что ты? Давай, музыку! Аплодисменты, это был Тимур. И вся четвертая больница за ним стояла там, походу, помогала ему. Почему-то они боятся, стесняются прямо эти, встать на эти, на колено. Вот так. Данок, я тебе помогаю, видишь? Я тебе подсказываю, как надо, чтобы завелся зал, понимаешь? Данок, включай музыку. Yeah.
Thank you.